Всем привет, друзья! С вами Slim Cybernake, и мы продолжаем играть в Amnesia: The Dark Descent, хоррор-игра. Здесь мы нашим героем управляем во времена там средневековья. Все это дело происходит в каком-то непонятном замке. Итак, в общем, здесь, если помните, вот это вот непонятное... слизь или масса, как там она называется, и которая нам мешает пройти. Вот, ну, я понимаю, что нам все равно надо в первую очередь как-то попытаться пробраться сюда. Ну, давайте, я не знаю, там от лаборатория, здесь вот подвал, чип-погреб, как он там, вайн это вино, вроде бы, да? Винный подвал или погреб? Так, облазим еще раз. Вот, а потом пойдем полазим в лаборатории. Ну вот у меня какая-то посудина, три каких-то бутылки я нашел. Была еще четвертая, но я ее походу, короче, использовал в себя внутрь. Ну, буханул, другими словами. Вот, ну, как бы это тоже дело такое нужное. Так, где же нам чего найти? Здесь, кстати, страшный такой типоша был. Вот если помните, по-моему. Что это за фигня? Зажми левую кнопку. W. Смотрите, мы что-то там передвигаем. Так. Слушайте, это типа дверь. Чтоб двери что ли заблокировать, да? Типа вот так. Вот блин. Вот еще непонятная. Так, у меня лампа полная, да? Вот этот, короче, типа. Заправка для масла, то есть не обязательно там находить масло, да, вот, а могу вот таким шнягом вот и типа заправлять. Заправлять свою лампу. Так, вот что-то лежит. Ага. Блин, что все? Все? Game over? Не успела игра начаться, как наш герой уже второй раз теряет сознание. И что теперь? Ну, в принципе, хоть не game over, это радует. Так, смотрите. У нас 4 каких-то шняги. Вот я что-то ее упустил. Четвертую. Ну, в принципе, я не знаю, что тут ловить. Вот я как бы четвертую посудину нашел. Слушайте, я заперт в этой комнатухе. И как мне отсюда теперь свалить? Для меня это загадка. Может, я смогу разобрать сам? Что-то правая кнопка. Что такое вообще? Что за хрень? Так, ну, это мы оттащили, хорошо. Подождите. А, вот здесь наверх что-то можно, да? То здесь, наверное, по ящикам что-то можно придумать. А ну, ящики, остановись. Не, вот это бред, конечно, такую шнягу строить. Вот, я не знаю, тем более с моими... кривыми руками.
может на шкаф вот этот лучше попробовать. Бочка, иди отсюда. Стол мы взять не можем. Вот по вот этим мелким попрыгаем, да, если что. Блин, бред такой вообще, просто не знаю. Только не падай, блин. Да, сначала ставил маленькие, потом большие. Ну, как бы, весь таков. Логика железная, как бы. Ладно. Давай, прыгай. Ну, блин, ну что ж это? Я могу вообще конкретно. Я красавчик. Ну, бочка, иди погуляй. Ну давай, ну что ты меня позоришь? Ну, слышь, тут полметра осталось. Может, тебе лампа мешает? Взяться не за что. Капец. Ну что ж так. Что за фигня? Не падай. Блин. Вы видите, просто через что тут мне приходится пройти. Ну давай, лям, он инвалид какой-то. Тут, блин, он вообще просто от земли хоть отрывается. Это просто неописуемый пипец. Красава просто. Вот сейчас какого хрена ты запрыгнул? Блин, ну как же так? Это просто эпик. Ну давай, давай, что, потолок мешает? Какого фига? Ну блин, вообще просто жестячело. Я могу этот кирпич пошевелить? Да что ж. Мне кажется, сейчас этот кирпич... Блин. Я там пирамиды строю, а тут все поклацай по кнопкам. Так капец, он вообще просто. Ну я не знал, что наш герой настолько сильный, что он такие завалы просто одно левое. Я думал, мне как-то искать надо было потайной вход. Так, заправимся маслом. А, или здесь нету масла, блин. В натуре там нету масла, я зря только вот это и тратил. Ну давай, давай. Как-то так. Так. Опять галюны, ну окей. Ну, я так понимаю, возможно, может мне 4 штуки вот этих хватило. Я нашел четвертую бутылку. И, возможно, с ней что-то смогу намутить в лаборатории. Вот именно, может, этого как бы не хватало. Ну, потому что я тогда, в прошлый раз, здесь блукал достаточно долго. Вот, облазил все и вся. Что за фигня? Блин, какого фига? Эта фигня, слизь, ну, блин, она наступает, она просто плодится, размножается.
Не знаю, с чего бы она появилась тут вдруг так внезапно. Так, опять лаборатория. Тут, в принципе, как бы помещение поменьше. Вот. И, в принципе, как бы надо искать вот что-то, возможно, с этой решеткой. Так, ну здесь я, в принципе, разворачиваю. Ага, подождите. А ну, по сути, друзья, вот, я так понимаю, вот 4 штуки. Надо что-то наклацать. А ну-ка, опа. Да, я красавчик. Сейчас мы будем чего-то мутить. Еще вот эту штуку мы используем. Использовал, да? Теперь что? Зажать. А, тут есть винтель, да? Угу. А вот эти штуки надо покрутить, да, я так понимаю, или что? А первую сначала надо, да? Вот это первая? Нет. Я не догоняю, реально, это такая сложная система. Чё за херня, блин? А вон я зажег, так. Капец, я просто не дружу с руками, честно, я не знаю. Правильно сделал, да, так. Просто по-дебильному крутятся эти вентили, то есть вот я кручу вроде. Отлично. Ага, вот она моя посудина. Мутим. Так. Все, у меня масло в этой штуке закончилось, да, блин. Так, ну, в принципе, как бы, я не знаю, у меня одна идея только. Блин, упала лестница, сейчас что? Ну, капец, ну вечно какие-то, ну, блин, вот эта ж лестница, она же была целая, ну, какого фига? Что мне теперь делать? Масло на дыбу. Так. Что здесь я могу сделать? Ну, прыгать с разбегу, я так понимаю. Если этот чувак на 10 сантиметров не может подпрыгнуть в ключевой момент, то... Блин, ну... Я не знаю, тут и ящиков ничего такого нету, да? Что за хрень? Вот это положить попробовать. Во, красавелла, давай! Ну а теперь запрыгни туда, попробуй, дружище, давай! Я ненавижу такие игры, ну блин, ну какого фига он не допрыгивает теперь, что ему мешает, ну блин, что за инвалид? Вообще красота. Я уже, стало быть, запереживал.
Блин, меня вот это вот она еще ранить успевает. Так, ну пофиг. Мы идем вот в эту коннотейшн. Так, и я, по идее, должен использовать вот эту хрень. Давай, гори-гори ясно. Ща красоти. И вот она, следующая дверь. Отлично. Так, ну в принципе у нас следующая локация. Я, наверное, друзья, засейвлюсь и на этом мы третью часть закончим. Вот такая вот она небольшая у нас получилась. Ну зато мы решили достаточно главную такую, ну не главную, а сложную головоломку. С вами был Slim Cybernake, друзья, подписывайтесь на мой канал. Всем пока. До новых встреч.